Вау, здесь красиво. Чей туалет? Так. И что это такое? Я не знаю, что это такое. Да и как-то этим не интересуюсь. Так, нычка что ли какая-то тут? Так, а давайте-ка посмотрим, что там. Это нычка или что? Отлично, а теперь, ну, слава богу, хоть не застрял. Окей, я понял, что делать с тобой, куб. Надеюсь, что это выйдет! О! Так, теперь надо назад. Это фиг где? Не, чуваки, вы издеваетесь, да? Фу, я чуть на эту лужу не наступил. Какая-то стеклянная заледеневшая лужа тут, блин. Че тупим? Так, главное не упасть. А там а чё? Тупик, окей. Значит, нам вот сюда. Кубик упал. А какой смысл тогда было там бегать? А, я понял, что тут делать надо. Это не трудно. Как только мы активируем поле, кнопку, активируется вот это поле. Блин, куб далековато поставил. Как только куб втыкается вот сюда, открывается лестница и дверь. Так, поэтому я кубик поближе поставлю. Я уже даже не знаю, какой портал. А пофиг. Например, синий. Главное, слишком сильно не торопиться. Пошел, пошел, пошел. Времени должно хватить. Давай, 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 давай. Как? Как времени не хватает? Нет, чуваки, вы издеваетесь. Так, ладно, где-нибудь здесь я поставлю тогда. Блин. Тихо. Блин, пока я сюда пру, уже половина времени проходит. Давай же, ты должен. Да, я сделал это. Ну что ж, друзья, 5-й акт пройден. Вся эта коллекция пройдена, надеюсь, вам понравилось. Предлагайте карты для следующих летсплеев. Ну а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.